But Guru Maharaj, though preached exclusively this Madhura Rasa, но Гуру Махарадж эксклюзивным образом проповедовал это Мадура Расу, Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур, но крайне осторожно, то, что не есть это явление, Мадура Раса, он, возможно, тратил 90% своей энергии на проповедь о том, что Мадура Расой не является. По его словам, он вынужден был пролить литры крови, галлоны крови в попытках показать, что это и это и это не Мадура Раса. Кто? Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур. Это не та раса. Не то, не то, это не то, и это не то, и это не то. И что то, это Пуджала Рагапата Гаурава Банге. Вся его жизнь в виде семени, в двух словах, суть может быть передана его собственным выражением. Пуджала Рагапата. Сама природа моей сампрадаи такова. Пуджала Рагапата Гаурава Банге. Матало Харичана Бисая Ранги, Пуджала Рагапата Гаурава Банге. Весь лейтмотив всей его проповеди, проповеднической экспедиции буквально был таков. Пуджала Рагапата Гаурава Банге. Рагападха высоко над нашими головами. Это цель. Мы стремимся туда, но прежде достижения, мы очарованы красотами, величием этого мира. И мы должны попытаться использовать, задействовать все реалии, которые в настоящий момент представляются нам чарующими, красивыми, прекрасными, использовать эти реалии в служении Царства Любви, величие, закон, роскошь, богатство, пышность. Все, что привлекает нас в наибольшей степени, все это следует задействовать в служении этому Господу любви и красоты. Абсолют — это красота и любовь, гармония, самодержец, монарх. И все должно быть пожертвовано, принесено в жертву ему. Следует научиться этому. С чем бы ты ни был связан, пожертвуй эти реалии, брось ее в огонь, для того, чтобы утвердить на пьедестале владыку любви. Ради его удовлетворения вся эта пышность, роскошь, богатство, все это может быть брошено в огонь. Научись этому. Не пытайся достичь, получить это явление, высочайшее явление в свое распоряжение. Таким был лейтмотив его проповеди. Бабаджи следует почитать. Не нужно надевать каупину, имитируя рупу и санатану, а иначе я ударю тебя. Речь идет о саньясе, о варнашраме. Они выше, бабаджи выше, над вашими головами. Пытайся думать таким образом. Будь готов, подготовь себя таким образом. Тогда однажды ты легко сумеешь достичь желанной цели. Не оставляй врагов позади, потому что они достанут тебя сзади. Таким была его природа. Пуджала Рагапата Гаурава Бханги. Его желание, искреннее желание состояло в том, все богатство в этом мире должно быть принесено в Майяпур, доставлено в Майяпур. Майяпур будет украшен золотом и драгоценными камнями этого мира. Махапрабху был настолько великодушен, он сделал так много ради блага этого мира. Все высочайшие реалии в этом мире должны прийти и выразить благодарность. Они должны быть принесены к его стопам. Все прекрасное, чарующее, все должно быть принесено к стопам Махапрабху. Подобный великий даритель, невиданный в истории этого мира, дал, показал Махавадания Аватар.
Он дал так много дживам. Он сделал так много ради благоденствия джив. Никто не приходил с подобными вестями. Никто не открывал им подобную высочайшую перспективу, не давал дживам высочайший нектар. Величайший из всех меценатов, из всех благодетелей, дарителей, Махапрабху. Весь мир, все ученые, все святые должны прийти и поклониться стопам Махапрабху. Он сделал так много ради этого падшего мира, мира майи, невежества. Все наше внимание должно быть направлено на Махапрабху. Таким было его желание, его сердце, его стремление.